Смотрите, ребят, вчера еще мы разговаривали о всяких там, о грибах, о айваске, да? Вот, кто был. Я ничего не пробовала. Ни грибы, ни айваску, то есть в моей жизни этого не было. Но что происходит на айваске? То есть у меня есть достаточно много, уже могу сказать, ребят, которые вот сидят прямо на этой айваске. То есть что происходит с айваской? Думают, что как бы какие-то галлюцинации ловишь, либо еще что-то. Когда ты ее употребляешь, у тебя получается, что ум не справляется с открытием планов. Когда ты видишь, то есть у нас же несколько вот этих, о которых говорю, плотностей, да? Вот, и когда ты начинаешь вот эту вот айваску, то получается принудительно ум не справляется с этими открытыми плотностями. И он уходит, отключается совсем. И ты начинаешь видеть, на какой уровень ты готов зайти. Там каких-то там сущностей, каких-то там, что у тебя происходит, там что. И тебя начинают на каждом уровне разбирать. То есть на первом уровне тебя разбирают, то есть тебе все страхи вываливаются. И тебя туда вот погружают. Потом тебя начинают разбирать вот эти вот страхи, потом начинается следующий уровень. И ты доходишь до определенного уровня на айваске, где ты можешь понять, что там, например, так, ой, а что там, например, что есть все, там, что есть шарик, да? И ты такой, так шарика нет, его как есть, так и нет. Он раз у тебя и растворяется. А на чем я сижу? Там, например, на полу я сижу, и пола нет, и пол раз растворяется, и ты в воздухе. А как я могу сидеть тогда в воздухе? И раз тело растворяется, и ты тоже понимаешь, что и ты и не тело. А чем я тогда могу говорить? И голос растворяется. И ты уходишь, и ты понимаешь, что ты можешь все то же самое передавать, но уже не голосом. А кто я тогда есть? И у тебя получается, что ты себя, как маленький комочек уже, как мы себя привыкли чувствовать, мы себя уже не чувствуем, как маленький комочек. И ты когда начинаешь понимать, что кто я есть, и ты понимаешь, что вот все ты есть. Почему ты ничего не можешь получить в себя? Потому что это все, это ты. Почему ты не можешь отдать что-то? Потому что это все, это ты. Ты сама себе руку дать не можешь, она у тебя уже есть. И вот это вот состояние, к нему тоже нужно привыкнуть, что ты как раз есть, ты не можешь... Почему там, я раньше говорила, потом понимаю, что люди не всегда понимают, и ушла от этого. То есть благодарить кого-то не обязательно, потому что все это есть благодарность, и ты там уже есть, ты сама благодарность. Ты ее не отдать не можешь, потому что все благодарность, и принять не можешь, потому что ты есть уже все благодарность. То есть это настолько полный, и одновременно абсолютная пустота, что ты есть все и во всем. И это можно сделать без вот этих вот дополнительных веществ.